Итак, день второй, дубль два, канаш. Национальное блюдо, кусятина на столе. Шелкурки. А? Шелкурки, на пасашок. Шелкурки называется. Пасашок. Вот. На пасашок. Вот. Шелкурки. Водка у нас самая разная, как в баре, на любой вкус. Бальзам парне. Женская, мужская, нетрадиционная, да. Какие хотите сорта. Вот Анечка счастлива совершенно сидит. Салат варить, да. Так, как это салат называется? Как у нас салат называется? Овощной салат. Всё? У него названия нет? Всё это? Из сырых натуральных. А названия нет? Нет, сырой салат. Всё натуральное, овощное, да? Всё протёрто. Свекла свежая, морковка, укропчик, капуста два вида. А потом лук у нас зеленый. Лук зеленый, вот это посередине телятина, говядина это молодая. Сейчас заправлять будем сметаной, заправлять будешь сметанкой. Сметана тоже из-под деревенская. Да. Вот, ну-ка давай. Потом суп будем кушать из домашней лапши. Да, вот у нас вот домашняя лапша. Ой, вот она, да, боже мой. Тоже все вручную сделано. Да, чтобы все знать. Вручную. Все вручную сделано. Домашний, вот травку понюхайте. Мелисса. Да. Что еще? Зверобойчик. Душица. Мята. Там мята. Все у нас есть. Анечка, мешай салат. Прям все вместе мешать нужно? Да, да. О, вначале с сметаной. Да. А надо со сметаной что-то заправить? Да, да. Вот да. С чем? Можно с маленькой. Можно с оливковым. А мы это съедим все вообще? Съедим, тут все по чуть-чуть. Вот если съедим, только вот с этой вот. Да. Щелкурки на фасашок. Анюта мешает. Анечка, теперь вот так берешь две ложечки, вот так все мешаешь. Давай, на, мешай сама. Встань, надо встать. Да, я встаю. Пристань. Чтобы... Какой красивый салат, его аж не трогать. Так, Анечка, вот так вот. Убери рюмочки пока. Вот так надо. Надо, конечно, лёгу было поставить, еще мешать. Вот так мешай, все вот так вот. Угу. Давай, мешай так все. Какой красивый. И все сырое. Да? Да. Так положено, да? Тут не вареное, а все сырое. Да, сырое. А мы это все съедим сейчас? Все съедим. Так, она, да? Просто воздушная. Мешай, чтобы сметана хорошо полностью всё заправилась. Угу. Обалденный салат. А потом мы на обед еще их сейчас буквально через минут 10-15. Вот супчик. Вот домашняя лапшичка будет, вот лапшичка. Из натуральной. Вот, курочки, да. А курочка, Аллочка, вот курочка здесь у нас. Вот на раз покушать. Ой. Вот лапшичка, вот такая прелесть. Вот. Ой. Видишь, какая здесь все прям жутненько плавает. Да. Все домашнее. Все сделано вручную. Все, да. Ребята, опять завидуйте нам, пожалуйста. Да, завидуйте, облизывайте. Завидуйте по-хорошему. Анюта, мешай, хорошо. Мешай. Вот ты с этой стороны? Да, Альбина Ивановна, все мешаю. Сейчас до туда. Здесь вот сметана много. Я говорю же, вот такой салат не ели. Хочу прям все до этого. Да, Анечка хорошо. Очень хочет парне. Парне, бальзам, да, я хочу. Парне? Как это парне, тут 40 трав. А как переводится лечебный? Лечебный. Парне бальзам. Лечебный? Да. Лечебный. Его пьют чаем, его пьют с кофе, его пьют с чаем. Я люблю такое привозить. Она, значит, как я бы вот дает бодрости, как бы вот я вам бодрит. Наборик присылала. Да. А я не пробовала. Бодрит. Я в свою коллекцию наборчики, положу. У Лёвы тоже такой стоит, я ему тоже покупаю. Бодрит, во-первых, на травах, все. Зимой особенно хорошо. И воды все это сделано в натуральных травах. Ой, как хорошо. И вот теперь тарелочки всем раскладываю. Так, сейчас. Ну, красивый салат, очень красивый. Сейчас все помешалось, все так красиво. Вообще. Ну что, все же, да? Тут, значит, вот соль по вкусу. Немножко капельку можно, капельку поперчить, если любите. Все равно же мы же все такие русские, любим такой, да? Кальчик. Дух русский у нас у всех. Чуть-чуть, да. Чуть-чуть. И вот как, капельку, смотри, капельку какой посмотреть. Салат красивый, Лёва. И вот ребятам все. Сделаешь, Анюта, обязательно. Ты уже знаешь, как делать. В Нью-Йорке сделаешь своим друзьям. Да. Это очень просто. По приезду. Дима упадут с Тамары, такой салат. Еще Анечка, не пробовали. Достань морковочку. Завидуйте нам, облизывайтесь. Анечка, одну морковочку там достань, покажи. Вот такая... Новый урожай морковки здесь. Да, такая, у нас такой нет. Ой. В Америке. Прям с огорода, свеженькая. Ой. А что у нас здесь в холодильнике? Как он открывается? Вот здесь. Ну-ка. Вот у нас
тут. Сережа, Нина, смотрите. Пирожки, смотрите, ребята. Сало домашнее. Вы там на химии сидите. Да. Смотрите сюда. Молочко, молочко домашнее. Шартанчик. Водка домашняя. Нет, водка не домашняя. Вот, шартанчик. 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 Фольгу разверни, да, сало. Ой, шатанчик. Вот это сало. Сальцо, это сальцо. Сало. Это специальное приготовление для меня. Там земляника в трехлитровом банке. Тут тоже земляника. Тут у нас творог. Тут деревенская сметана. Там, здесь у нас еще ягодки белая смородина. Сейчас пусть они посмотрят. Я покажу вот так. Они увидят его. Вот смородина белая, пожалуйста. Вот белая смородина. Так, вот у нас липовый мед. Баночку мы взяли пока для дегустации. Деревенский липовый мед. Вот. Липовый мед. Яйца свои. Яйца все свое, да. Ну, тут у нас немножко... Настойка пустырник, это да. Занесло. Ну, это на ужин у нас такой питьевой чудо-йогурт. Чудо нам не нужен, да. Это все чудо чужое. Огурчики наши. Тоже все, вот тут они, капусты, все. Редиска, вот еще покушаем, потом редиску, вот такая редиска. Вот. Мы же обещали вам сделать окружку. Хорошо, сделаем мы окружку. Живем. Вот редиска, все с огорода. Да. Пирожочки. Это на завтра. Да. А сыр тоже домашний? Сыр? Ну нет, всё. Сыр в магазине. А масло какое домашнее? А масло покажи, какое. Все, покажи. Возвращаемся к столу, возвращаемся к столу. Нет, масло покажи. А масло? Они такое не видели. Не видели. Они еще не видели такое масло. Да, ну давай покажи. Это же чудо. Да. Домашнее. Такое масло домашнее они точно вот не видели. Вот там еще один. Там морозильник у нас, да. Смотрите, какое масло. Какое масло? Вот какое масло, деревенское. Да, сами сделали, да? Да, да, деревенское масло. Вот это да. Вот это да. Ну, давайте вернемся к столу, потому что у меня уже слюни текут. Давайте. Всем приятного аппетита, ребята. Еще им покажи время мясо. Уже сколько? Три часа? Лёва, а ты еще им покажи мясо какое. Смотри, это все парное мясо. Парное, вот все. Смотри, вот какая телятинка. Вчера еще этот теленок бегал. Вот да. Какое мясо. Смотри, вчера вот, бегал. Вот какое мясо хорошее. Да. Все, садимся. А то слюнки текут уже. Да. Машенька, возьми. Аллочка, полотенчик положи. Немножечко лекарства выпьем. Да. На, держи тебе полотенчик, а то ты замораешься. Так. Полотенчик, да? Наливайте водочку. Да. Это Лёва. Лёва одной рукой. Давай, Лёва, брата. Не умею. Я попробую, как бухнуть салат. Как здорово. Не тыкай меня. Соль по вкусу сами кладите. Соль здесь. Лёва тоже такой радостный. Да. Ну где такое? Да. Это вот... Он такой в жизни не ел салат, да, Лёва? Да. Вчера хоть 18 лет, а сегодня он в жизни такой. Машка, мне хватит, немного не накладываю, я... Ну-ка, не сорви эту крышечку, что у меня не получается. Давай. Эту крышечку сорви. Там есть язычок. Я уже сорвал. Ножичек у меня. Давай я попробую лучше, вот дай как его, то самое. Алла, она сейчас знает, как подожди, открывать. Подожди, вот здесь только сорвать нужно. Вот. Нужно ничего не надо срывать, там дай-ка сюда. Нет, вот, вот, все, что нужно. Да. Вот. Молодец. Вот, я молодец. Уже даже открыла. Давай. Ой, я открыла, Лев. Молодец, я буду разливать. Да, разливаю. А нам парне. Мне парне надо парне. Нам мне надо я водку. Нет, да. Первое будем водку, а второе будем она парне. Хочет парне. Я хочу парне. Ну, сейчас некогда открывать. Не я надо, снимаю. Я открою, не я открою, не надо. Я вот смешу. Анечка открыта, на, держи. Покажи бутылочку так. Парне, сам парне. Я хочу очень попробовать. Крути, все, крути. Так, какой бальзамщик. Какао. Ой, вот сейчас буду лечиться. Ну, давайте быстрее, эта пленка кончается. Давайте за стол. Нам здоровье. Гости в гости пусть едут. Приглашаю. Приезжайте, вот в пятницу вечером выезжайте. В субботу вечером. Я думаю, ребята уже готовы. Они уже все. Они уже не могут. Дай Маше сказать. Все, давай, Лёвочка. Как классно. Я здесь был, пиво мед пил, по усам текло и в рот попадало. Маша, ему может сметану добавить там? Да, нужно добавить.